Представьтесь, как вам можно обращаться? Зовут вас как? Берег. Как? Берег. Берег? Скажите, какое отношение вы имеете к этой оградке? Данной оградке? Знаете, что я помогал, я не воровал, я просто помог принести все. А кому вы помогали? Он убежал. А он вам знаком? Нет, три раза. В смысле, как, к вам мало знакомый человек подошел и сказал, пойдемте, поможете мне, или как? А, вот, то есть он вам предложил деньги, да, за помощь? И, а где вы взяли это ограждение? Вот здесь, сам собирал, заготовку сделал, не знаю, это не знаю. Вот, короче, заготовку сделал, все стоит она. Вот. Но вы выносили с территории кладбища, да, оградку? Вот, сзади, вот здесь. Ну, с территории кладбища были вынесены оградки или нет? То есть, а данный гражданин вам ранее не знаком? Брошенная. Брошенная. Новый ставят, вот эту ставят. Но оно в любом случае кому-то принадлежит. Но вы не пытались скрыться? Не пытались скрыться? Если данный гражданин будет задержан, вы его опознаете? Ну, вы можете указать человеку, что да, этот человек предлагал мне деньги, чтобы помочь? Все, спасибо.